Певица Ани Лорак – одна из самых обсуждаемых звезд российской и украинской эстрады. Ее концерты всегда проходят с неизменным успехом, а в ее инстаграм-аккаунте постоянно находятся захватывающие темы для комментариев поклонников. На этот раз Каролина рассказала подписчикам о своей любви к красному цвету и закату солнца, показав соблазнительный снимок в красном закрытом купальнике. Впрочем, даже та грудь певицы не могла не обратить на себя внимание читателей микроблога артистки. Судя по всему, незадолго до снимка певица купалась в бассейне отеля, в котором остановилась перед очередным концертом, поскольку на ее голове было завязано полотенце. За несколько часов пост с фотографией оценили более 100 тысяч подписчиков певицы, большинство из которых выразили восхищение тому, как Каролина выглядит в свои 39 лет. Впрочем, нашлись и придирчивые комментаторы, отметившие неестественность позы артист и постановочный характер снимка. Позже Ани Лорак разместила еще одно фото, сделанное уже после выступления. «Усталость. Все, теперь спать», – написала певица.